Приветствую всех у себя на канале. Сегодня я буду готовить салат царский, и кому интересно, присоединяйтесь. Итак, для этого салата нам понадобится морковь отварная, яйца вареные, картошка вареная, горбуша такая натуральная, можно любую другую красную рыбу, и майонез. Вот такие простые ингредиенты, хотя салат называется царский. Итак, теперь все эти ингредиенты нужно измельчить на терке. Ингредиенты измельчила на крупной терке, вот таким образом. Желательно морковь взять побольше. Просто я использовала то, что осталось в холодильнике. А вообще желательно, чтобы все вот эти ингредиенты были одинакового объема. Теперь салат буду собирать в большой тарелке. Первый слой у нас пойдет горбуша. Ее нужно измельчить вилкой. И еще один момент. Если у вас рыба в меру соленая, ее нужно присолить сверху. Просто вот таким образом. Если рыба будет более соленая, салат будет вкуснее. Сейчас смазываем майонезом. И второй у нас слой будет картошка. Картошку тоже смазываем майонезом. Следующий, третий слой у нас будут яйца. Их тоже смазываем майонезом. И последний слой у нас идет морковь. Сейчас осталось салат украсить. Как украшу, вам покажу. Ну вот так я украсила свой салат. Мне кажется, получилось очень даже интересно. Вот в этих местах намазала майонезом и в середину тоже. А здесь оставила и прошлась вот узором из майонеза. Вот такой простой и легкий салат у меня получился. Попробуйте, салат действительно вкусный, и самое главное, ингредиенты все доступные. Вот, приятного аппетита, и я с вами прощаюсь. До следующих встреч. Пока-пока.